6 декабря у Амичей появилась еще одна площадка для активного отдыха. В одном из красивейших мест города, природном парке «Птичья гавань», по инициативе Министерства природных ресурсов и экологии и Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области открылась лыжная трасса, на которой каждый может проверить свои спортивные способности или просто провести активный уикенд с семьей и друзьями. Есть возможность у наших жителей города Омска и гостей посетить эту нашу уникальную территорию, Птичья гавань, в центре практически города Омска, покататься на лыжах. Шаг классический, так и коньковый ход предусмотрен. Лыжня, соответственно, поддерживается в таком хорошем состоянии. В зависимости от того, до последнего мы договорились с лыжника, у нас трасса будет освещена. Делается для того, чтобы привлечь как можно больше людей к активному образу жизни, чтобы не дома на диване лежать, а взять лыжи и приехать покататься и подышать свежим воздухом. Первыми новую лыжню протяженностью 1,8 километра, подготовленную опытными специалистами, опробовали юные лыжники и ветераны спорта. А почетная миссия сделать стартовый выстрел была возложена на двукратную чемпионку мира по биатлону Елену Бацевич. Несмотря на холодную погоду, и взрослые, и юные спортсмены проехали по новой трассе несколько кругов и оценили ее по достоинству. Трасса, в принципе, подготовка хорошая, видно, что и под классику, и под конек. Но, думаю, в дальнейшем, когда маленько деревья вырастут, уже как бы хорошо будет обзор закрывать, меньше ветра. А так, в принципе, трасса хорошая, мне понравилась. Трасса проходит хорошо, лед гладкий, ехать, ну, как бы легко, удобно. Повороты очень хорошо сделаны, лыжи не скользят. Ну, что еще могу сказать? Хорошая трасса. Уже совсем скоро здесь же откроется каток, 3 горки для катания на санках или тюбинге, а также будут организованы катания на конях и собачьих упряжках. Организаторы уверены, что с таким оснащением и развлечениями территория Птичьей гавани станет востребованной площадкой для тренировок спортсменов и любимым местом отдыха у горожан.